Всем добрый день. У меня вопрос к администрации нашего города, города Новороссийска. Действительно ли у нас проблемы с детскими садами? У нас ребенку 3,5 года, нам отказывают в детском садике, говорят только на следующий год. То есть на следующий год нам будет 4,5 года, почти 5 лет. 6 лет ребенок идет в школу, получается, нам его обещают всего лишь на 1 год. Для чего тогда детские сады и кому они даются? Можете ответить мне на этот вопрос? Большое спасибо, до свидания.